Буэнос диэс, братва. Ядерный рассвет назрет выше экрана, а это значит, что сегодня мы наконец-то пощупаем бога войны за сраку. Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и делайте громче. Пойдем на легком уровне, чисто для того, чтобы ее пройти. Погнали. Чё? Трейс. Минус береза. Я нашел. Садись в лодку. Ну и голос, конечно. Целое дерево. Как говорится, ну а хули нет, когда да? А, мышьей тоже можно рулить. Все-таки порт с ПС. Надо привязать его к лодке. Уже хватит. Питёк. Отец? Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим. Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно. Как говорится, а нахера им бревнина? Это называется... Папа с сыном спиздили бревно на ближайшей стройке. Не обращайте внимания на мои плоские шуточки. Просто, как бы так сказать, ты помягче. С одной стороны, хочется разбавить обстановку, нагнать, так сказать, экшона, не затыкаться все 20 минут хронометража. Ну, как? По крайней мере, я буду стараться это делать. Затыкаясь сразу что на вставках.
Ну, сказать по правде, как бы выжимать из себя не очень-то хочется. Да, домика немножко хана. Это последнее. Да, домику не тоже немножко хана, ему вообще весело. Вон там я вижу маму. Вон там отца я вижу. Вон они зовут меня. 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 Так. Ну-ка, ну-ка. Теперь все. Тяжелая сцена, и сразу так сходу. Прости. Зажми. Этот нож был ее. Теперь он твой. Охоте учила. Чему умела? Покажи. Сейчас? Да. На кого идем? Ты идешь на оленя. Куда? Туда, где есть олень. Ладно. Ха. Сюда. Сюда так сюда. Отец. Ну, погнали. Почему именно сейчас? Угадай с трех раз. Ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя.
Вперед. Ну чё, посека рашли. Что ты нашел? Следы, но не олени. Поищу еще. Блять. Немного руку сводит. Так, найти во время путешествия или купить в лавке гномов. Замазали. Чары у меня того. Кодекс, он повсюду, блядь. Ладно, погнали. Опачки. Ждели. Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Больше на лося похоже. Ой, что теперь? Идем сюда. Оп. О, стой, следы оленя, свежие. Сюда. Еще громче крикни, может быть, они все олени услышат. Ну вот, бля. Помедленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Иди. Ого, что тут было? Парык. Стой. Что ты делаешь? Ты же его спугнул. Будешь стрелять? Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ищи его. Я сказал, ищи. Ох, нифига себе. Нормально так лупит. О, теперь это будет мой любимый трюк.
Блин, машинально жму Е, давай, твою ж мать, все, блин. Профессиональная рамочная деформация. Пошел в очко, животное. Драугар, они раньше не подходили к нашему лесу. У-ху! Иди дальше. Нормально пошумели. Трись. Ага. Эти камешки, видимо, установлены хиппи. Нормалды. Так, о. Значит, о, лень. Пошел в старый храм, но мама запретила туда ходить. Мы делаем, что хотим. Оправданий не нужно. Опа. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Подойдем ближе. Холоп. Я много раз охотился с мамой. А ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Она так хотела. И пришла пора. Ясно. Ну, какие-то пёсы. Нормально так набивается. Теперь понимаете, почему я в рамке играю исключительно с глифами? Ну, если ничего не качаю, конечно. Потому что вот чё. Шука нах. Ну. Ух ты. А, типа шлюз, что ли, получается? Ага, еще и ресурсы зачем нужны? Крафт, что ли? Да вы гоните. Отец, смотри. Ну-ка, сука, хоть сюда. Моей команды. Дыши, не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Очисти разум. Прицелься и сделай глубокий вдох. Стой ровно. Не шатайся. Я справлюсь. Держи локоть выше. Ну. Выдохни и отпусти. Я попал. Хорошо. Ой, молодца, пиздюк. Опа. Он еще живой. Где нож? Нет. Закончи то, что начал.
Ну. Я не могу. Тык. Я... Чё ты-то? Чё ты? Опачки. Ебать колотить. Мы будем с ним драться? Выбора нет. F. Нормально. Так, с курками вроде придрачился. Опачки. На. И трясь об землю. Я терга пообломаюсь. Вот тебе, получай! Сын. Я не боюсь тебя! Далин. Ты не страшен мне! Сын, совсем? Посмотри! Посмотри на меня! Сын, остановись. Мы смогли. Есть он, пень затащили. А ты как думал, Мелкий? Ты не готов. Что? Почему это? Я нашел оленя. Я доказал тебе. Почему не готов? Мы идем домой. Я не болел уже очень давно, и я смогу. Ты еще совсем не готов. Я готов. Закрой свой рот. Парик. Go!
Ух, нихера себе! Нормально так грудок разрывает. Уху! Месиво. Все как я люблю. Ага, так. Ну что ж, на этой ноте, наверное, сделаем перерывчик. Спасибо всем, кто присутствовал. Как обычно, Луис, Пиписька, Колокольцев. И до свидания. Увидимся в следующей серии. Адьёс, братва.